Всем привет, рад вас видеть на моей кухне. Сегодня я наконец-то до нее добрался, давненько я здесь не был. Для семьи я, конечно, готовлю, но вот снимать у меня все никак не получалось. Но сегодня собрался и сказал, я хочу для моих подписчиков, для моих зрителей приготовить что-нибудь такое, чтобы их порадовало, чтобы после того, как я это приготовил, они с удовольствием повторили это блюдо на своей кухне для своей семьи. Итак, сегодня мы готовим гречку по-купечески. Гречка по-купечески – это очень любимое всеми нами блюдо. Каждый его готовит по-своему. И сегодня я с вами поделюсь рецептом пошаговым, как я это делаю, как я его готовлю, и надеюсь, оно вам зайдет. Давайте я вам покажу те ингредиенты, из которых я буду готовить нашу гречку. Первое – это, конечно же, гречка. Здесь у меня килограмм гречки, которую я перед тем, как засыпать в этот тазик, промыл и обязательно просушил на сковороде. После того, как я это сделал, она обязательно должна получиться рассыпчатой и очень вкусной. Следующий ингредиент, очень важный в этом блюде, это фарш. Говяжий фарш 0,5 килограмма. Я люблю это блюдо готовить с фаршем, многие готовят его с мясом. Ну, это на вкус и цвет. У меня вот именно это так. Также вот такая плошка, вот такой пластиковый контейнер с шампиньонами. Шампиньоны свежие, я их вот буквально час назад съездил, купил. Их здесь примерно, ну, я не знаю, грибочков 10. Также 3 морковочки, 2 луковицы, белый репчатый лук, 5 зубчиков чесночка, соль, перец, конечно же, томат-паста, любимая, которой я постоянно пользуюсь, растительное масло и 3 листика лаврового листа. Вот такие незамысловатые, простые и легко доступные ингредиенты у нас присутствуют на столе для приготовления этого блюда. С чего я начну? Конечно же, с нарезки овощей. Давайте приступим. Итак, начинаем нашу нарезку с лука. Берем 2 луковицы и нарезаем мелкими кубиками. Вот так мы нарезали лучок. Сейчас переместим его в посудину. Следующее, что мы нарезаем, это, конечно же, нашу морковочку. Морковочку мы нарезаем мелкими кубиками. Многие делают это на терке, но я это не приветствую. Я люблю мелкими кубиками нарезать морковочку. И все получается очень красиво и аппетитно. Вот так я ее нарезаю. Сначала с соломкой, а потом эту соломку делаю кубиками. Также я поступлю еще с 2 морковочками. Вот такой пластиковый бокс у нас получился с луком и морковочкой. Следующее, что мы должны нарезать, это, конечно же, наши грибочки. Как я их нарезаю? Грибочками мы закончили, их получился вот такой тазик, и этим мы закончили
с заготовками для приготовления нашего блюда. Это у нас морковочка с лучком, грибочки, как вы видели, фарш готов у нас. Давайте приступим к приготовлению гречки по-купечески. Включили нашу плиточку, поставили на нее эту сковороду. Я очень люблю в ней готовить именно эту гречку. Многие любят в казанах. Для меня вот это то, что мне нравится. Заливаем растительное масло и даем ему накалиться. Когда мы услышим характерный звук нагревшегося масла, мы начнем постепенно закладывать наши ингредиенты. Масло издало характерный звук того, что оно закипело. И давайте первое, что мы в него заложим, это лук и морковочку. Вот так это мы отправили сюда. Аккуратненько размешиваем и прижариваем. Это займет у нас буквально 5-7 минут. Огонек чуть-чуть уберу. Не надо здесь делать мощные огни. Пусть оно томится, потихонечку готовится. Прошло минуты 3. Открываем. Вот такая красота у нас в сковороде. Все прижаривается достаточно хорошо. И сейчас как раз настал тот момент, когда я добавлю туда грибочки. Прожарим немножко это все с грибочками, и уже можно будет добавлять фарш. Вот так грибочки я добавил в нашу сковороду. Выглядит прекрасно, очень красиво, аппетитно. Делаю средний огонек и оставляю это дело готовиться минут 10. Через минут 10 я подойду и посмотрю, что у нас происходит в нашей сковороде. Я аккуратненько открываю крышечку для того, чтобы мой объектив не попала влага. И вот такую красоту мы видим. Все очень хорошо зажаривается и выглядит именно так, как я бы хотел это видеть. Пришло время добавлять в наш пассированный лучок морковочку и грибочки фарш. Давайте приступим к закладке него. Аккуратненько распределяем его по сковороде. Перемешиваем с лучком, морковочкой и грибочками. Сейчас пришел тот момент, когда я посолю и поперчу это блюдо. Соли примерно 1 чайная ложечка. Перчика добавляем по вкусу. Кто как любит, тот так и добавляет. Еще раз перемешиваем. Равномерно распределяем по нашей сковороде и оставляем тушиться. Фарш практически готов. Осталось несколько штрихов до того момента, когда я буду засыпать нашу гречку. И прежде всего, то, что я сделаю, это добавляю чесночок. 5 зубчиков, если вы помните. Также добавляю томат-пасту. Перемешиваю ее
с тем, что у нас в сковороде. И даю несколько минут для того, чтобы она пропассировалась с нашим фаршем, морковочкой, лучком и всем, что у нас здесь находится. Для чего я это делаю? Все просто. Для того, чтобы кислинка, кислота, которая образуется после добавления этой пасты, ушла. Также многие еще добавляют в это блюдо сахарок, но я этого не люблю, потому что свою определенную сладость дает морковочка. И это достаточно. В сковороде у нас все пропассировалось, все практически готово. И сейчас пришло время засыпать нашу гречу, нашу любимую гречу, которая, ради которого это блюдо и создано. Я ее засыпаю, перемешиваю со всем, что у нас в сковороде. Выглядит очень аппетитно. И следующий, последний момент, который я делаю, я заливаю воду. Заливаю воду примерно 2 стакана воды на 1 стакан гречки. Вода обязательно должна быть горячая. Еще немножко, буквально еще на 1 палец воды надо добавить. Все, это достаточно для нашего блюда. Остался еще один штришок к нашему блюду. Добавить 3 листика лаврового листа. Хорошо перемешать. Запах безумно вкусный. Довести до кипения, после чего блюдо будет там томиться минут 25 до полной готовности. Все закипело. Закрываем крышечку и, как я уже говорил, переводим плитку на самый минимальный огонек и ждем, пока это блюдо будет готово. Примерно 20 минут томилась наша гречка по-купечески. Давайте откроем нашу посудину и посмотрим, что в ней получилось. А получилось у нас вот такая красота. Сейчас я сниму пробу и объективно скажу вам, как это на вкус. Я даже не стану перекладывать ее в тарелку, а прямо вот из этой посудины и попробую. Итак, она очень горячая. Вкус настоящей гречки по-купечески. Если вы приготовите это блюдо именно так, то вы и ваша семья получат бешеное удовольствие и сумасшедший вкусовой оргазм. Всем спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, вы обязательно в ближайшее время приготовите это блюдо. Надеюсь, что ваши выходные пройдут замечательно, у вас будет хорошее настроение. И желаю всем, самое главное, мирного неба над головой. А мы с вами встретимся обязательно в ближайшее время. И я либо покажу вам какое-нибудь наше путешествие, либо приготовлю что-нибудь на этой кухне. Пока!